Мороженое филе ментая. Мороженое. Дубовое. Палочки. Полкило крабовые на салат. Курочка. Ой, вот и кукурузка бандюлька. Яблочки. Кило 112. Две бутылочки молока, полторашки. В общем, у нас сегодня приключилась такая история. Я сегодня полночи не спала. Кто-то скребся у нас за шкафом. Вот. Утром я встала и обнаружила то, что обнаружила. Обнаружила я вот такие вот подарочки. В общем, короче, к нам с наступлением холодов на четвертый этаж пятиэтажного панельного дома пришла мышка. На 2 дня, наверное, у нас, потому что 2 дня у меня подозрения на то, что кто-то присутствует тут в комнате. И кот 2 дня пасется в нашей комнате. Вот. Ну, в моем кабинете, по сути. В общем, короче говоря, мы ее поймали. Вот, сидит она у нас в банке. Пришла она за шоколадкой. У меня кусочек шоколадки лежал на столе, на рабочем. Вот. Пытается вырваться. Реакции наших животных. Мышка прикинулась мертвой. Двигается. Такие две мордахи. Тут. Маське ты ее подвигаешь. Дай Масе тоже посмотреть. Мася, кто там? Дай Масе посмотреть. Ить, не роняй мне банку. Кто там, Мася? Как же интересно вообще. Ну, есть и есть там что. Съедобно, это самое главное. Да, Масюша? Коту Романа. Кого только в этот дом не приводили, да, Макс? Ни хомяков. Предстоит полная санация. Все сусить, мыть. Перемывать, обрабатывать. Вот под этим шкафчиком нашуршала сегодня ночью. Я, конечно, все перемыла, все вычистила. Мышку мы отнесли на улицу, выпустили. Подальше от дома. В общем, все живы, все здоровы, слава богу. И вам чего желаем. Пока.